Всех приветствую, уважаемые любители часов и аудиотехники Hi-Fi. Хочу продемонстрировать видео наличие работоспособности вот этих вот часов Омега. Омега Девиль. Недорогая, небольшая модель, диаметром 35 мм. На механизме 1120. То есть это еще не коаксиал. Это стандартный анкерный спуск с частотой полуколебаний 28800. Вот такая у нас работоспособность. Вот отображается частота. Часы только что после депассажа. То есть все промыто, настроено, смазано высококачественным маслом швейцарским, синтетическим. Но, как видим, механизм по таймографу в идеальном состоянии, работает безупречно, полностью чистый, идеальный ход. Амплитуда, точность, все в идеале. Часы бэушные, совсем не новые. Но стекло, я как бы смотрел, но, по-моему, стекло без царапин. Но по корпусу есть следы эксплуатации, есть царапины какие-то. Ну, сейчас еще дополнительно осмотрим боковинки, заднюю крышку. Серийный номер начинается на 8, то есть выпуски это уже довольно поздние. Как видим, на циферблате указано автоматик хронометр, то есть механизм 1120 хронометрированный. Это очень хороший, очень качественный механизм на основе 2892 с родиевым покрытием омеговской сборки. Вот такой вот у нас Девиль, без люма. Но тут, может, особо и не нужен люм, потому что индексы и стрелки высококачественные, с высококачественной полировкой. То есть тут даже в достаточно сильной темноте, при большом отсутствии света, очень хорошо читается время, потому что из-за качественной полировки достаточно хоть какой-то минимум вообще света, чтобы попал, чтобы можно было прочитать время, чтобы свет отразился от стрелок. Вот стекло суперпрозрачное. Вот так вот я телефоном навожу тень немножко, чтобы было видно, как это все играет. Так, ну с таймографом понятно. Как видим, ход стабильный. Состояние механизма полностью идеальное. Только что после репассажа. Сейчас тогда осмотрим в приближении на макро циферблат и стрелочки. Вот. И потом осмотрим головку и корпус. Ставлю на паузу. Так. Вот таким вот образом у нас сейчас какие волоски есть. Это сверху болтается. Вот таким образом у нас встроено на приближение в качестве макро. Мы видим циферблат. Это вот соринки. Вот так вот у нас встроен циферблат, покрытие, индексы, стрелки в таком качестве. Но вот на секунде видим какие-то пятнышки. Мастер протер, но не получилось оттереть полностью. Решили ничего дальше не ковырять. Так. Вот такое вот состояние часов. Такие часики. Выставляю по минимальной цене, чтобы была возможность в демократичном сегменте у кого-то приобрести за небольшую цену настоящую современную хронометрированную Омегу на культовом, пожалуй, одном из самых массовых механизмов для дорогих часов. Это 2892.
потому что 2892 в основном ставится только в дорогие модели, только уже в престижные продвинутые модели. 2824 может и в недорогие модели ставится, а вот 2892 только в дорогие, только вот уже в элитные цивильные модели, продвинутые, коллекционные там и... Хотя не обязательно они могут быть дорогие, то есть такие часы начинаются там где-то от 1000, от 1100 долларов. Ну, я имею в виду часы с механизмом 2892. Эти часы стоили, наверное, где-то в районе там, ну, теми деньгами еще, наверное, конец 2000-х годов, там, может, 2300-2500 долларов. Ладно, лучи посмотрели, надписи посмотрели, индексы и значок. Ставлю на паузу и сейчас осмотрим головку. Смотрим на головку. Что мы видим? Головка целенькая, без подбоев, без перекосов, без загибов. То есть отлично. Так вот сзади выглядит у нас все. Ну, стандарт, как на всех омегах. Гладкая сатинированная задняя хлопушка. Вот. Ставлю на паузу, снимаю линзу. Вот такой внешний осмотр у нас этой Омеги Дувиль. 35 миллиметров корпус без головки. Часы эти мужские, но, наверное, в каких-то случаях могут и на женскую руку встать. Но принципиально это часы мужские. Вот. На женской руке это будет слишком грубо и брутально смотреться. Как бы кто что не думал, что бы себе не представлял, но когда мужские часы ставишь на женскую руку, становится видно, что часы мужские. То есть на женской руке они, как правило, мужские часы смотрятся брутально, тяжеловесно, грубо. Вот. Часы мужские просто на некрупную комплекцию 35 миллиметров. Вот так вот. Еще раз посмотрим на ход. Ход по-прежнему идеальный. Ну вот такие вот часики Омега Девиль Престиж. Кому интересно, пожалуйста, приобретайте путем обмена или просто за наличку. Обращайтесь, попробуем договориться. На этом все. За внимание спасибо. Видео заканчиваю и до связи.